Седьмой международный фестиваль «Дискотека 80-х». Все лучшее за 7 лет. Еще раз привет всем, кто настроился на авторадио. С вами Влад Кутузов. И, друзья, мы продолжаем встречать в нашей студии зарубежных участников 7-го фестиваля авторадио «Дискотека 80-х». Ну и прямо сейчас в нашей студии рядом со мной легендарный коллектив, который выступает у нас впервые. Называется это группа «Чингисхан». Здравствуйте, спасибо, что приехали. Здравствуйте! Мы очень счастливы быть в Москве. Здравствуйте, москвичи! Дорогие мои! Ну, вы потрясающе знаете русский язык, говорите на нем очень хорошо. Это приятно. Приехав в Москву впервые в 2005 году, они так полюбили наш замечательный город, что решили, что к его жителям нужно обязательно обращаться именно на родном языке. Это действительно здорово. Мы рады вашему участию в фестивале авторадио «Дискотека 80-х». Скажите, у группы «Чингисхан» есть какие-либо традиции перед выходом на сцену? Yes, of course. Everybody is spitting. Они все плюют через левое плечо перед выходом на сцену, считают, что это очень важно, иначе неудачи будут преследовать. Конечно, не так, чтобы заплевать кого-то серьезно соседа, но вот так символически обязательно нужно сплюнуть. Вы знаете, в этом году у нас на авторадио проходил уникальный конкурс, победитель которого сегодня выйдет на сцену «Дискотеки 80-х». Он не профессиональный артист, но он будет исполнять песню в дуэте с группой Бонни М. Что вы можете посоветовать ему? Как не волноваться, как выступить достойно и как показать действительно настоящую хорошую песню? I think it's very important to love what he was. По мнению Дины, самое главное – это любить то, чем человек занимается. Любить, собственно, пребывание на сцене. Но если этот победитель или победительница стали таковыми по результатам конкурса, значит, ясно, что этот человек действительно любит то, чем он занимается. Это победитель, его зовут Петр. И у нас уже есть традиция, мы просим всех участников фестиваля, кто приходит к нам в гости, как бы поддержать его словами, и мы просим несколько слов сказать на русском языке. Петр, желаем удачи, не волнуйся. По-моему, отлично. Ну и в финале нашего разговора вы можете обратиться ко всем, кто слушает авторадио, и кто придет сегодня в Олимпийский, пригласить их всех именно на 7-й международный фестиваль авторадио «Дискотек 80-х» от имени группы «Чингисхан». For tonight's festival, you better come, otherwise you miss anything. Everything, yes, no, they should come, everybody. Все жители Москвы, а также те, кто добирается до центра города на электричках и на метро, всех приглашают артисты группы «Чингисхан» сегодня в Олимпийский. Не сидите дома перед экранами своих телевизоров, иначе вы не сможете почувствовать эту замечательную атмосферу. Это группа «Чингисхан». До встречи в Олимпийском. Beautiful. Ну что ж, еще раз вам большое спасибо, рады были вас видеть и рады будем вас видеть и слышать сегодня вечером на «Дискотеке 80-х». Друзья, напомню, начало в 7 часов вечера, ну а Олимпийский откроется в 17 часов, поэтому приходите пораньше. Напомню, в нашей студии только что была легендарная группа «Чингисхан». Ну а совсем скоро, примерно минут через 30, вас ждет встреча с группой «Eruption» и «Precious Wilson». Ни в коем случае не пропустите. Hooray! Hooray! 7-й международный фестиваль «Дискотека 80-х». Все лучшее за 7 лет.